Недели сагаланыта бенедене күн суукка сокоонга үпкө карчыга сыгыннаах тухалаак эйтиннерилери эйге бириге биеги кепсетерге сырдатарга жолуабыт. Отон олук канык баар эйге тигер кии бырааба даганы, эбээхинехе даганы үөскүр, ону биеги билеммит бу көмүскенер даганы, турорсор даганы түгенмитигер туханыак тустаакбыт. Үтүү күнүнүн күндүк өрөөчүлөр битигер сага көрдөрөр эйтиннерер компания эфиригер эйге бирини көрөгүт устуужияга ыта. Чи Ольга Пухова. Бүгүн бийгитин кепсетер темалар бут барыта бу олок түгеннериттен болалар. Ол курдук же суд приставтарыттан шоту хатчактагын дуу катчыны тутан ылы тугунан суругу арай туттакпытына же сөпсөспөт иң түгенмитер кайдак жаханабыты. Бу сарсыңаттан колун тотар маңнайгы күнүттен саага лицензия көңүл ылыга уларыйлар кийлеллер. Онна эме сарсын же бу олус кетехилак сокон олокка кийлер. Ол курдук тесиригер аналлак участоктарга олорор жээни туттуу тугунан же кетехилак сокон кийлер. Ол тугунан же бүгүн биһиги кепсетиэкпит ылдыттар бутын кытта. Эхиги биһигини кытары сибээске таксын ватсап нөңү нөмер бит агыс 914 279 сүрбекки 612 ватсап нөңү бу атын этиллибит темелерге ыйытыылардаак боллакытына суруюун онна бээгы тота санаагытын үлестиякытын багардакытына эмээ то билден турар суруюокутун сөп биһиги быха эфирге үлелийбит онун биреме көхүнүнө дагыны каяан дагыны ыйытыыларгытын бериэкпит санаагытын суруйдакытын эмээ ааган эйтиннериэкпит бастыкы ылжыппытын кытта биһиги кепсетиэкпит бу суд приставтартан сурук туттакпытына же кайдак боолобытый кайдак сөпке камсанабытый жаханабытый диэн бүгүн кепсетиэкпит Уйгулана Соловьёваны кытары кини правовая республика юридическая компания юриха үтөө күнүнен Уйгулана эппиппи курдук оттон канык баар киоттон үгүс кии тутар боллади приставтартан суругу же бу холобура шотун гар качактагын урулубутун тугунан эбетер тута бу качыны тутар тугунан ду кандай сурук бастыкы келери болсайына амбастан эги приставтан постановление о возбуждении исполнительного производства деген тутагыт олаата эги акыты исполнительное производство алып тен болар холобура араз суд урагынын кине пристав суд урагын толорор олор туттакытын эп анбастан бу суругу тутан бараңгы теги чөйдүк агыкытын көрөкутун наада болор манна барда сурулаажар кая пристав эгини эхит укутун производство атнасыпытын кини номера билсерт номер гыт кая суут урагынан исполнительный лист таксыбыта эскит суммата барда сурулаажар бастан буллагана бастыкытын туран ол суукутун көрөн бараңгыт приставка мен приемга суруттарын жаныбын приемга суруттарын бараңгы теги бараңгы төсөбий билсеага эскит тугунан онна пристав бартын эги бырапкытын быхаарыга кайдак эскитин сабыкытын сөбүтен эха бу суругу туппукутун кениттен 5 күн бар добровольно чтобы погасить хабаргыт гана ол 5 күнү хигер эге ток асаптакытына пристав исполнительский сбор дене акпат ол аты буллагана есть тузарынихин комуерынихин хетте бырыхын естен аалдар колобура Колору тыгынча эстеак боллакпына, бу тыгынча бүттен сетте бүргөн эбилден бери. Тыгынча эстеак боллакытына тыгынча суккубай болар, онтон ордук холобура албаабеттен. Онтон эскит суумада өрдүк боллагана уже хетте бүргөн болар. Ол ата холобура 5 күн эгер эскитин саппатакытына эскит хетте бүргөн үрдөн калар. Тыгынчаттан албак суума? Тыгынчаттан албак суума боллагана, эм хетте бүргөн туталар. Холобура буллагана үксүгер почтатын тутукутун сөп пристав суругун эбетер смс келен сөп или госуслугага уведомление келер отчогуна ол күнтен сагалаан 5 күнгө дагылдар ол туппут күнмүттен да туппут күнгүттен ары бул сурук наа өр аяннан келлин ким бирде сен бир туппут күнгүттен сагалаан 5 күнү агар но холобура албак баа кияка почтанын ыппыттарын суруктарын туппаттар дейп почтага барыңдар ол эң холобура сурук почтага адам баран төттөрү приставка келер пристав уже токпар действием бартын ол добровольный токконгордум дейин уже холобура счеттаргытын аресты
имущество, регистрационный запрет, он Судебный приказ был на возражение сурьят, решение суда было на уже жалоба берет сутка. Оно отменило анга, исполнительное производство, что оно обитало на саблларе. Обитер, холобра. Чем мне приставка барбака, тут сутка барбака. Тут сутка барбака, приставка сразу барбака. Обитер, хотя ты кое-что. Итак, судебный приказ, он на судебный урах был, або икке атынатын документ был. Або икке атынатын документ был. Холобра основа отмена лыргами араста, олеген холобра бяп болохатна, лучше юристка барахачы бутарту консультация лаган холобра. Итак, приказка возражения дейтен, онтон суд урага боланы туах болары? Жалоба хор ёкана да болар, апелляционная жалоба ем болар. Претензионный? Апелляционная. Апелляционная? Ага, жалоба. Оны мне бардын сукка. Оны қандық сукка бар яқтақпыны мен бұл олары сербенен ду, әбетер қолыбыра пропискам, улуска боллағыны бәм коракка хаджар боллақпыны қандық сукка бар яқтақпыны? Ага, қолыбыра бұл, например, қолыбыра кредитлер кетерді бәхе адрес хұрияғатты. Ола адрес кетінен неға суд болар әп, үксін поместу прописки болар. Ол оны қолыбыра постановленияға, пристав постановленияттар барды сұрылы хаджар қандық суд ураға ғар олығыран бұл исполнительный лист тақсы бұта олынны барды хұрылы хаджар қандық судға. Оны көрінгі тегі баяғы судға ол бұл судға баранғы заявление хұрияғыд. Білген құлабыра электронный ем бардың берек құхөп. Судға ме электронный берек құхөп? Судға ме электронный берек құхөп. Ол сұлғанман керен. Ұйғыланы анаманлық қолыра жаннор, үгіз жаннор қолыра интернетті хейтемегер сұруялылар де қолыра аттара Құлыра Распанияларға дағаны бәтін ата, ғатын ата барыда сөпті бәр болылағына, оның жонлар әме еті сұрық кәлері бітті. Ол түгенге жәме қайдақ болы бұдай. Оның түгенге әлбәқ бағай түген оның болы айтшы. Құлыра болылағына, аттыра оның әте түрәуіт күнлері барды бір болылағына, кенділер нек сұрық тұқпаттар әп, кенділер өже сразу үксігер шоттара, имуществоларға, рейнарез, запрет болан қалар, ол оның бірде білелілер. Өтчоғына кенділер көріктерін ады болар әп, пристав сайтығар керендер, банк исполнительных производствен бар болар әп. Оның бәйлерін аттарын хұриялылар, түрәуіт күндерін хұриялылар таққан кәлер ол исполнительный производства. Ол приставқа заявлені хұриялылар кенділер. Бұ мен ехім бұтақ, маңық ехім мен соқтенлер, паспортырын копияларын берерілер, әнінің снелс берерілер. Өтчоғына пристав маңық Онтан бұллағаны оның пристав хорығыр ұстуба дәбетер әпеттәуіт түгенігер, әйге старшай приставқа жалыбы хор еққұтын сөп, әбетер сұтқа заявлені бері ғат. Әме сұтның өтті? Аха, сұтның өтті. Отай құланы те, қолыбыра әрегі неген ұстар дейтінде, оның кенеғайты приставқа қас күн берелдері өтені бұджа еллер оңыр ұрғыр?
Пристав холобра заявление к ней хотел где холобра возбуждение исполнительного производства где олтупун к ней ускунигер к ней исполнительное производство на арыхтах арлудин к ней а на гаскую книгер уже было постановление тон есть яркий характер по закону нук и путин к ней ол без книгер симбир к ней меньник запрет трора брата холобра тох пар к ней бастан симбир бля пулаги ханак банга шоттаган и норин запросы тар баннерка Баннерга запросы тар, пенсионный гытар, налоговый гысуру гытар. Он на холовыра кене пенсия лахан, на доход тағын, тух имущество лахан, Росреестр гытан, гибридыгами запросын орын. Билер, он на холовыра сразу ме бартын инник арестын, он на запрет на регистрационные действия тур урон сөп. Уйгулана бейхе бу етылар кир биттерсеп. Мин түгөрі заказтары естіақ кейіні білбәкке онны қарчы үппіппін тұтан ұлбыт боллақтарына қайдақ ғына бұны ехес оқ кейі. Кені заказтары естіақ? Ага, кені заказтан қолыра шуотугар картаты рыттаға дей, оны ол кейі естіақ боллағына тұтан ұлалар дей, қолыра бұ физическое лицо, бір дилән сірей, тән кир бит қатчы ұтағыны. Оны кені бұл үппі кейі қайдақ болар? Үппіткейтін, хем бір шөзугар қатшы кейдеген көстір, оның уже қолыбыра ұслуғаны, бәт өрілені бартын түләуі күрдік болар хем бір. Кені бұрыя бол батақ болады, үппіткейті есті ағырды. Кергені мүйе жаңыға олырор, кені күрдік аттақ кейі Челябинскайға бар әбіт. Ол кейі лишенела ғабіт праваға, оны тәңе кредиттақ, оны бартын мен кергенміттен ұстыбыттыра сылы бұға. Ол күрдік кредиттің сабылынына ден кәлбіте, бұл сұтырағықта әме госыслуға штраф кәлбітеті. Мандық түгенгі қайдақ болабыд, тоғы кейі данны үшеді біреберкелігіне ұстан ұлалары аттары тән болағына. Құлабыра кенілер бандық тұғы негіталдары бартын запросыстар болдықтары де бағаннар ұғылымдар дейіндер. Оны бағын құлабыра әлбәқ бағы кейінек бір аттақ, түрәуі күні бір болдығына бағын кенілерден ұнташынене ұлықтақ приставтартын. Но оның үксігер ұлбаққалар өне ұстан бейелер. Еге бөтігенге заявлені ғұрыйы құтындады сұтқа. Жалыбана действия пристава ем болар. Отчығына сұт Приставтарға сұрық үппітім әппетін қантан ұлабыны. Зонның сатыбын бұн өмергі әрей дилдер дағыны, бұн өмер қаған дағыны әппетті әбет. Құрғыр әнек үксігер ұрақан бай болар приставтарға тиерге. Еге сұрық күтін үппі күтін кәнне пристав тұзу ұттан 30 күн бар әп әппетті ерекер. Оң ауына бітті? Бір үйі бұға да? Бір үйі бұға. Бір үйі бұға күйті құд. Ол кәнеттен әппет кәлбәтіғаны еге баяғыд әмейкестен заявлені ғұрыйы құтын сөп әппетпін күйтемін Үксігер әнек ғарғыр әпет кәлбәді. Госыслуға нөңі үтчағына приставтарға сұрттарға құн сөп әріпті? Аға, сұрттарға құн сөп. Сұт пристав пенсия біттен аңарын тұтар әті. Онтан февраль айдағыбын барыдың тұппыттар, мен бара сылджы бұтым, заявлені сұрый бұтым да әппет соқ. Аға, бұ қатып өші бай ұйыты, дой тіргін бұ келбіт қатшыттан ара-аранлар тұталдар, де қанны кәрі қатшыттан сүйіз бұрғының қанттан әрің арын, отан қанны кәрі құлғырате пасобия, имбелит, имбасобиятыттан тұппаттар дейді. Онтан бұллағына сұрақ бұйплаталарға, пасобияларға пристав олық түті ұқтақ. Оны бұллағына қолыбыра кенілер бәлері көттақ кәлер, ол бұның бұйплата кәлерден өтчіғына нұқтып баттар. Но, хем бір еге заявлені ғұрыйы құтыннады, бұш өтпір меха, например, детскай пасобия кәлерді, оға бұйплаталар кәлерден әбізәтеліні ғұрыйын. Құлыбыра өлбәп болақ қытына. Баңы құрыя бұтту? Құқ, приставқа құрыя ғат. Құқ, пристав бұ әрейхін ұстар, оны бұ шөткөт үспіт қатшылары тұппат. Аны тұппап болар де? Дұтыпы түмігер пассажирға сұғытынан моральный, материальный төліғақтәқ, соппар төліғаққа сылдар болағына қайдақ ирденері приставтар? Пристав құлыбыра ғырғыр естіақ кейі тұқты дұқуды ғоқ болағына, кене тұқ имуществаларға запрет қайын сөп. Әбітір өрбағай төлі әбіт оғына құлыбыра масынала ғайын болағына ол кейіне, ол масынатын атылғы тағарын сөп. Оның жаста қаяваттар әрі бөпше ұлықтың төлімет оғына ұнықтырын сөп. Әбітір выезд за пределы Российской Федерации дейін әмен ұнық запрет тұрырын бейелдер. Құлыбыра тұттығынша естіақ болады Олеген арас мәннің спосап бар құлығыра немаң. Аға, де, кәлігі барығыға қатшақтағын тұғынан әппеккер мәннің тені еті үйбескер өпсайынан бұ пристав тұқық болының мұшылағы. Оны кәне әбіті бұғылақты бұл болының мұшылары бұлырын де.
офсайнан во качча тутарын таханан эти барарын келерин качактыгарын таханан өссө тугугунар экени полномочияда. Полномочияларыр холобура запрет турурунсе бул атындай дуларга таздай дуларга барарга холобура этак Россия эгер ну көлө аянныкка берери таздай дуга барар боллахытна запрет турурун бегенсеп холобура. Энник запрет на регистрационные действия болар, холобура атын имуществагатын жегетен эбетер гаражкатын антылыктын багарар боллахытна. Амасынагатын антылыктын багарар боллахытна кыйын атыла баккыт. Эскетин саптакытына бирде ну запрет уулар холобура. Бу байы долу бәйте мен тутаналар кыктахту холобура. Ага, холобура кине улахан имуществаны масынаны эң бәйтен холобура хранение алын сөп үксүгер атак мынык кеге туттар лишне малын тугун туттар бураба холобура. Жээне эмне холобура арестен холобура хепти? Арестен сөп эрери атыга тахарбат холобура эстер ки соготок жээте боллагана жекергенин гыттолору ол жээтеге интаксыбат. Отон бу счёттан эти качыны туттар дээн утахама эти кеңди таргамбыт. Поладе, жаги, пристав эттен, оно биле тиенен олору алын кемея калар ден соконтак кыбытади. Бу быйыл олуни бастыгы көнтен сагалан, тиен тох прожиточный минимум тутуох тахтар. Приставтар эмия холобура приемын каллахытна, пристав он эмия эйха быхарыхтах. Эйге заявление хориат, но те тох, нема тох те хой бенник тох бурап, барта заявительный характер эмия эттенсе болады. Заявление сурипатахытна хэм бир холобура прожиточный минимум тутуон сөп. Олеген каяндаган холобура ник халарыхытын бағарар боллахытна приставка заявление хори оқынады. Билен холобура пенсионердарга прожиточный минимумнара 16 тэхэнча болар. Оно холобура кинилер пенсияларын халбақ бодақсы, онағы сен тэхэнча хорогар болар. Олеген холобура ник сору йоқтарын сөп заявление. Ачаны бу онағыс ча холобура дене тэбінде. Онағыс тэхэнча пенсияляк болағаны, иккетін тутар 16-тан қалар. 16-тан қалар ара. Сөп, ота бу ча арайманнык түгенде лан көрияқа холобура. Естәк кейі бар, оны қайдық таны жакыржык төлір кыға хуақ бу. Бәйтін ча пенсияты ду, кейлер доқуаты ду 16-ты. Ча литейнен лору әрекемей болағаны. Пристав ча қайдық салғы. Тугунен себе. Тугунен себе, да. Холобура те ол счеттар нарестыр. Холобура хэм бир кенеме хачақтынар буллаға дей, кейе хачы қайырыгар. Онтан буллағына қайыр. Имуществалақ ем буллағына ол имуществатын атыға тахарын сөп. Ол оннук атыға тахарын холобура. Атыға жон тахарын бағабат буллаға дей, бәйден тугун. Ол ең холобура төлілілер. Антон, халбах вообще дохода хох поллана, ветер халобра, каракаралан, кехита люенсеп, аннук тох, то устю тенча, и кили тенча, кехита хакахтана, то люрор тух халобра, никехим бир хаяханада. Он на эссем аннук тохтах, тохпар, халобра, есть тех, кехи, альбах холор, да, хамнаха, караболлана, кене, бехим брыхентан, красуман тухтар, бехим брыхен болбака, например, если бебес, а тут брыхен тутнарден, заявление хорион надо. Он на бирергер, вот ребятин тухнан срок перен надо, холорн генин, два НДФЛ, ветер справка, ханнули лирин тухнан доходун тухнан. Отчаянно пристав холовра, бегем брыгаем тут пока, а тут судьбе без брыгаем тут он сюда. Кечатен. Кредиттан инни кумағы келер, оны справка о смерти төттері ұтыққа сөп до. Ага, бұнник холовра приставка, холовра естек келен қалылағына, кенелер аймақтар айын холовра свидетельство о смерти хаянда барына приставка беректерін надо. Отчаянно пристав исполнительное производство на сабан бегер. Но потом уже холобура банна римбуллана, холобура кейін наследниктарыга сутка беренер кенелерден естерін көрджайналықтарын жоқ. Беренік болуын әпте, ага. Кредитке естәқпен мировой суд прописканан суд табыттар әті пенсионербін бастықы группалақ имбелеппен қайдақ әмет атменалықпын сөбдо, дебіттер. Ага, денег суд ураган отменалыкка возражение хорен, хеги да касты хатын надо болар, по месту прописки лорба путенит, холобора коракулорор болла хатна, договор аренды, бетер временной прописка бар болон надо, ол онну документнары беренит, хеги да касты гэ бетер холобора прописка лагсергизигер администрациятан справка лэ хатын сөп. Бу адреска кене лорба тен.
она возражение берет судка, а что она суд олурам берет отменялыр, она определение тагара, в определение там пристав к заявлению горем брем берет, пристав а что она исполнительный производственный берет. Ага, хеп. Миха, ты с номер тенерианер судебный пристав тра эннолока есть такин диллер, она судебный пристав тра сайтергар кирен кор диллер. Он нук сатур хатур эриеллер, он там мин он нук налогом сух барта кергенем атыгар, девите. Кини билеметигар тюлюр, и тенник алгас эриеген бар болар до, он хайда билевиней. Бағар тоғары налога бар боллағы ду, госуслугвар инник ес игенден көстіветті елтіріні. Сырғыр иннікке машаниктар әрдектірін сөп, олхи мәне мейнник қатчыны ғыдар күтталлақ дек көп, олхи иннікер ер боллақтар нәй бастан бәғат ғыл банк исполнительных производств көрек күтін сөп, оны налоговайгы бір хачар күтірдік, есте құтту, ес оқытту білергіні қолу бұра. Сырақты ақ болу қанады иннікер Он ну кака. Мин кем карта тутан нар качатан туталлар эте. Кредитин тулу битер атта. Ол качатан тунур яқа сөп дуа. Топот карчаларин. Холобра тулуем битер битин тухунан документ бар болуқта. Оно эби эбех байин топот боллахтарна эги сутка заявление хуриенгл бери качатан сөп анду холобра. Холобра кини сүз тинчи эсте. Оно сүз бен тинчи топот боллахтарна тух пар документ хомиенгл ол банга сутка бери ат. Эбетер маннык бары сөхулу бұра. Судебный приказат мен алы өте. Ол судебный приказан тупыт қатчылары бардын төннері қойып атмені кәнеттен қолу бұра. Судқа дұспа заявлені ғорияғыт. Поворот исполнение ден решение суда ден болар. Отчығына суд урақта харар. Тоқ бар бұ судебный приказанан исполнительный производствонды толу бұт қатчы барда төттері берелілер қолу бұра. Но ескі цимбир көгірі әбет онына қолу бұра. Ага, ну если пытер, какие компании готовы босқа консультации лекатин сөп до бо есть тухунан девиттер. Ага, бие компания пытер сурт лекатин сөп консультация вот босқа. Ага, сөп, на бу приставтарга приемга хайдах сурт лекатин сайт нюнгё табуллы бат девиттер түрген хостеген непеттен кеби якади. Ага, сайт какие ряд, он на личный прием гражданин хорулла хаджар хэп, оно баттыгат, он на через госуслуги киран, госуслуга гад логин на паролем били якадин надо, а чё он киран халагат, он на ханнык приставка варагатын хорио кутын надо обязательно хэп, джукускай буллаган джукускай приставтарын, он на киренгет холобра, барстой холобра на курьерка. Уйгуланы бүгін кәлін бігі қаз көпсе әбіккер, күтті бүккер мақтанабын, үсседағыны кәлер, күрсе ұққа дейірі. Күнді көрі әтшілер бейд, білеген күп күлгас тоқты бұл кәнеттен, күрсе ұқ бейд. Күнді көрі әтшілер бейд, ұтау бары дағыны білер бейд күрдік, сақа сәре, ұғық үлін регион әрі болбаққа бүтін дойды үрдінен самай әлбәқ саалақ, сәптәқ, сәбіргәлләқ регионлар істерігер кейірер. Оның жабу са өттігер контрол, үкі бүк күстәға кестел болбаттақ, Аспыцыл дойды президенті Владимир Путин са әргерін контролуғар сығыннақ федеральный сақон сорық статияларығар олардылары келдерер тұғынан документа илей баттабыта. Қанлық сөрін олары елар кербеттерін тұғынан, қасыңаттан келері тұраларын тұғынан жа бүгін бейі кепсеті әқпет, бүгінгі ғаджіппетін күтті. Николай Стручков, Росгвардия сақасырын ағы правлениятың лицензияны көңілі береркен, са әргерін контролылыр салатын ораты сарудақтары толыруға аға инспекторы, полиция майора Николай Петрович өте көніне. Әппеппе күрдік жабу күн сасын бұл олар елар кейләрі тұралылар, ол тұғынан жасырдатан азыры. Аттан, основным олар елбіт хасыңыттан ұжы кейләрі тұрар. Олар бәтер, түхінші сүйістет ән дәнемінде тұғы олар ел приказ, Минздрав кені, олар бәтер, саңа хағылар, ұғаттарар жаннар ұжы психологическе тест ағар болалар. Олар бәтер, қолы ұрып көттетуер тұғы Өчек көтірбат, пісік өчек көтірбат, ден барын, справкалан барын, бітір болықтыры білінені ұғаттырадыларығар, ғаңалалыларығар, оның тест айықтырына да, ол түмігінен қолу бұр. Хатан аспат түгендерігер, сағылар күтті бұл жынен әп, оның жын болы. Жабу қасыңаттан бұл медицинскай, Чинчиіне ағыға мия бұл олары елар керелдерде, қолу бұры бұл маннық қамығияны ағырға бұл медицинскай тәрілті Государственный, а бетер муниципальный. Оннар ахар болалар. Атын серге пока билдебет, атын муниципальный, оны государственный балығаларға ағаладен бияға пока кәлін тұрыр.
он на тиен психиатр другого там тесто галдрб. А на когда он на тон беси батовоску не тон ларилар кирелдер, он на холовор санга халачилар бет бире бетери китестер ханалар болалдар, оле бетер холовор билинге тютюгер бастакалар кихараз автомат салене, оле бетер бестестер хана. Бесин битогоску не тен уже тох болар. Биде битрикете эстерлер болар. Вон оттан тох. Билген Ланкастер парадокс жана бар. Маркалаха. Ол салар бит нарисага тен дэхэллер. Ол колобор оттан билген ланеттага колоб вопрос элбэх кейттен киренеп колобор. Урукка түтвер хангал бутчонгнор кайдах болу биттен. Ол сал ыл биттер узондык бэлэрэ халар. Оннук, он на коловорол эпитен это на двум кунтук бастаковал бит девять рекета албитцана албитженнер без тестерхана электрогед ол бит девять рекета тестерхаларен и кел и джайдяхтер надо ол канитен бит де каленнер без тестер автомат электрогед оннук до буллерида кирелдер он оттон основной буллеритен хибе бир хаскеттен джеммалар салыта Урутва нагасете, да? Урутва нагасете. Хвилбе хаскеттен коловор эн эскетен цылгыхыт, табахыт, иделях болбатах боллах, армия хаджибатах боллах кана, ожи хвилбе вир кеттен лан, он тенте керетеритерге кирер боллах кана, он нагасеттен лан, болар. Ача, сақатылыға цылгыхыт, табахыт боллах кана, болчут иделях боллах кана, армияға хулспалах боллах кана. Он нагасеттен лан, он нагасеттен лан, Он то, он эти критерии кирбе полагане, любви вредительные. Он на котук, он на то, бабутель бах полар. Ага, хакунга, хлор. Бен, ой сенатунем билен, онгро, бен, сорио нам обид бурид, буридин дагастан, хуттам нахиди полагане, ха, уже обах пола. Олон то карл бакне. Олон то карл бахан, то на жонок тем болар. Он на то, иките хуттам нахиди полагане. Кайдах бар сатиянан иккете хуттам полақын ұжыл баққын. Эмия. Құлығыран, ұрық көті түйерете күлігенне әйін, дүниясы туангенден статиялар бағалар әйтті. Оны құлығыр иккете хуттам полақын ұжыл все. Ұлылы бат. Оныттан, оны күйілі әңге, оңбашы күйілі әңге сыған аққа ұжы сұттам үджен ұрыл бап болалар. Оныттан, тоқ. Үйпүйденнер тұтылымнақтарына. Тұтылымдан бар ұрық көтетер көрілі бәті қаты білінген ұжонлық дженнер атаны ұлбап болалар. Арғы наркотик туханан барын масыны ұйты әден тұтылымнақтарына. Мен бір аптыра бұғылдар, де? Бір аптыра бұғылдар, ға. Оның құтты күттен. Оның тұң хокуметі ұрылы етеген са атылағының Атылатың дұмынан көйердің саған. Білігін болыр атылатың, оның атылан бұранген бәйін прописке келінген разрешетінен діргір, олы өте сайын спектере келінген заявлені ғориян. Сауын атылатым деген. Оның өте бүйден ақыттың өте ұсталылар, өте өте ұсталылар. Ұрып көте түр ғоғаты. Оның қолы бұр ордыр бұй, т Хиббе чөттесі еркеленер білдіріктерін әді. Қолғыр бейгі біліңгет түтвер сабыр бекелесі дәкін хауын хүтер бітім дейір қолғыр әрбек бай. Ене ұржым административді мері көрілдер болар. Ол еген білген ұжы хиббе чөттесі еген білдіріктерін әді. Оны күттік. Основной олар елер еніктер әттін. Николай Петрович, а то тебе медицинская чинчига, то не окаве, колор тебе чинчигини, Росгвардия, улегеттере, электронна, олорон көрер болалар, да, чоуна? Хо, он то чинчигини, медсправка бігеке берелдер, колор аста аспатаден, он то колор учок кутып дақтар бігеме улегеттер бет туық парағалар, халақсын, колор хала қағайттерін, районнарынан, по территориальности дем болар болар, вот тен учел айтақа. Оның барақтықтарын бүкейін үчек көтіп деген болдағына саты өтін қиыр болды, сатын теніғалылар. Оны бір ұлдар еден федеральный закуматор тұғымек еді. Құлығыр халақ қағайын саңғалары, ел ұғаттарары
медицинский осмотр барган кинине качактыр мерине качагын билдеганы ол бет ратан тугунара аспатаганы саатын оны саатын документин алып берди разрешительниге. Бу барар түгөнүгерди барар жеркем эгер барган уже атаны аспаптын дедеганы ол бир дору бетинен биздер психик деген аспатаганы оны бир алып берер уже. Бетин багат түнен алып берди. Ага, ото типу орой аспатак болла бу саңа ылаачылары эре карыйырду эбетер номно ылбыт уну коллекционердерим е тарыйырду бу ылбыт барыларын барыларын саңа ылаачылары деген бута кол уруп көттөр алаак ке ухаттар экелейди ол ухаттар эгер эме медицинский осмотр ахыр чинчийине 5 жыл болуп ол ахырбы ол ахырын аксын онно ол 5 жыл эгер атаан аспатагана эме саты бүлженылар. Ага. Эти маган этен аспадын ди Ланкастер он эти парадокс тугунан. Он эти ме өсө тоглан эти хайнера. Бу тула олус элбек тэ би интернет ситимнери гардана сорах сажык пега бар. Колбара урут ылыкка хабе буллана билген болду ти. Нарияс курдук алар ген. Бес кепсети барди. Хүрбе тогус күнүттен. Бу хабы бул жа олу бетерин учулыта нарияса атын нер. Оннук онтун билеген ол сүйбө тогуз күнүгө ылбыттарга колбур каалар бул да бээлерге онну өкмөттөр эми хурулаа жар токти федеральный закөкмөттөр эдди ылбыттар тытылып атат ден очону бу саңар алаачыларга уркы ылбыт жону харыйба кылаади колбур бүгүн ылбыт болгона кийин уже бесин сүйбө тогуз күнүгөр ол кенеттен тиенби атын Онны күрдік де. Очоғыны дұроп са санын қалырды? Дұроп а қалыр бұ. Отын жіп аспыт икі тұхынчы сүйірбе бір сыл түмігін ұлан көрер әбіт боллаққа. Түхі әлбәк жіп саны ұлы лицензияларын тұрынан түхі әлбәк кехи бары. Кехи әтер боллаққа қолы бұр. Отыттығы сәйінчеттен таққа бербек ол республика дінен. Салақа хайтыры. Онтон колобур 6-3-4 административный мерилер таданылынылар колобур. Вонна агас тенчеттен така сахадах бул жанылынна. Онтон тухтен этер буллака хүрүн биришин эте тух саны көрүү карай өттен таккар. Вонна хала кайтырга түгөн тухтан тухайны темети тухтен. Аксыз бирекес петер ола куран. Разговорде. Сан хокуан этого срога, көңілін срога, үсейттен бір егілі, бүтен индіне, келін ұхаттырық тақын. Бүйе қабуллар, бүй бітірі бүй қону қалтын кәне тиен келелер қолы бар. Оның жы кәйі болар. Ожы нұрушені деп күддік, ожы административный мере атадылала жынлар. Оны қолы бар үйдеп әттір. Би он бете ти види инди во кој мијаман срок, таа оно ситуација ти мете усвитен бири келоди, келен срокот коронет, во трехтрна. Пелера колен аган колобра келен онсон сагалих тахтре види. Аха Николай Петрович би ја хаде во ити бева кирбит, дробалорум сана ката батурони бири сефага урок потен септо ти видер. Ато уран уран, гадам уран, тоа тохтах полохтах. Қатанар полқалақ кармашықтақ деп көрді. Батуронның тұспы күлістіқ? Күлістіқ. Бір основной тұқынарды қаған, онты неге кармашықы батуронның атыр болып. Сөп, сейфі істенеға әбәхәт қам салдықтақ дұ? Безапасын сөттінен ұнық. Қол бұр бейіға өксен оруы ме бар, сәттінен қол бұр. Сейпелейін тұтан тақ Тутан тақалар бұл хейпенін, мені тұрар болғаны. Яғына ең чепчеге кейкілер болғаны де? Чепчеге, білін аныңғы хейпелерінің яғынар чепчеге қолу. Қырадағаны, қайдақ бар кей тұтан тақыр өлейін, ідінелерінің. Қамсайылыр ұрдық болғады, аға. Үркөт түгер бір лишене лағы болғаны саңа са ұлын сөбді. Ата контон вастанови ғымыта. Саылыға лишене деген бар болар болды аде құлығыры түгір кәстіғаны? Саылыға лишене деген құлығыры етен аспытым көрдік. Сұтта? Сұттам бірейін жөндірден ете барын етен аспытым. Оты лишене деген ғайы еттіптен етер бұғылақты. Бұраватын кенін етер бұғылақты. Бұраватын кенін административный мерінімен көріп құлығыр.
Юрбез глава, он токсус, глава головы бар, КОАПКА, кодекс об административном правонарушении деньги. Он на головы, и ките глава лернен, мерят отдалах дюйке бирлу бат. Он кутук. Отучи был кистер был батахти сорок был чуттарин дагана был жалай бухлартан саны сютери вордары дагана. Ото кистер был ади. Жол он нук был батан тугар. Транспортировка была в Ладе. Уга, акка, девок, духитер. Он оттон. Вернее, делай бы это не было в Ладе. Он тут, кибет, еще карая надо было. Чехолги, дядяни, девок, дух. Бино, барда тох поэтак и дядялар. Ты питренген там гарылар не нагар була. Он просто бывает примал. Вот блин, какие барда массына на нин хеджерди, он бу массынага темир кылага кас единица са на тие ясылджер көңүлленери. Колор федеральный закон, эми эзерим аспытын сүз бүхөн нактан бар. Он кас бир кийга 12 арас көрүм көңүлленер. Колор без гладкой, без нарез, он на без кито, бейни комискенер, травматический день. Он тон, бейни кити бейни джахджахтак. Хандын талан бейни джахджаргын. Он тон, альбага джахджар буллахана, аналар разрешение лахтак. И джахджар буллахан, там аснак танган барар буллахана. Разрешение на транспортировку дяма. Он нугу лахтак. Отон же тух барта блинде документах полухтах была, я сам я тол те биллен турарами документа угюз, он там был, когда любит кихитте нигин калбут сане кайдак документа халлари. Отон любит кихитте сане оголоро кергене вар была на пан нотариусна нонголу тугуна нонголар документа. Или наследство. Наследство на девушку. Он имел болжактага болоди. Отон кихок болтын ген алты екен тен баарылы же. Онтон тен турганык документтерин сүрөлдөр анан ылыл оңолдор болду. Ата бияга ме тох бар колобор. Постановление правительства бар республика кен алты он үчүн эмеде. Онно колобор. Окда болор келендер элбек бай колобор саңын туттаралар. Колобор ондук женими бай деп тен жол тайына деп. Колобор оголоро кэхэн калбыт, надиб бадин жанр бахтар булда бат. Оно колор, оно ол полостановление, оно колор сату тудахат на хачу тюлінер. Ото документы хуа саны тутағыт ту? Документы хуа ханы... Олық тұқтар ечен документы хуа болды? Олық тұқтар хуа документы МБДЗ республика қайыр тутар. Тупаттар бодақ тутар, онны мет өлінілер. Эхи документы ағы, оны сөз қатчыға тутағыт ты? Бехи документы ағы қатчыға тутағыт, колор. Дрофа алта тэхэнча, бұл жаға ағыс тэхэнча. Он то не бейну комиске на работе травматический тюттенчи. Он то только документы хагами сына тени не полар. Короче, бито гитар саны в обсайнан ким беребекке лир брап тағы дебитер. Олар полиция лехеттерін ту разгвардия. Тон участковый беребекке лир, полиция тен. Олар онна разгвардия тен бей инспектор беребекке лир. Ото была нем бігітінен болу де? Ото білеген тоқ кейт біде. Указ президента бар. Россия кені, оның қолы бір бұғылғы сүйіп бірін бір векілінің ықтақты. Салақ жон? Салақ қағайтыр бірі. Николай Петрович, жетті бұл кепсетей бі түміктенірі жүгі хата, ән бұл күйек әкіранның өңі бұл салақ жон бұл бұл саны ұлары, ғаңа ұлары ғыджар бұландыр жонғы түгі әтен әтей. Бәрәдіктәк болын жән болыр бұлады. Разрешение на гитин курин, кемигар ухаттарин, диемете. Уси тем бири ка халы одлежен икстен это его коловер. Он на то нук по. Дрой был инден. Жахдару кадик был сезон ми хагланы яко нон кадик документарин велем нихтерин надо было ади. Белигин сурово чава ки албак пулакта коловер. А чаки ти тугу ни жахдак кенгули ни жахдак так было ади холору был тургар. Кенгули на, ол кенгули белигин курин надо было ади. Майга холовар сроктора туалатилар уже были документы не надо.
он эти сюжеты вордарар ду тюгенигер блине метулариан билле даганы хурбет учас игер билдер яхтага витте. Тутатна. Тиен билдер яхта. Колор көңүл көңүлө берилип итсирине. Эбет эле алар хергер учаску байгыр даганы. А учаску көтөт. Бир са көңүлгер агыл эпитеддик бу. Аннаж месиде баралар. Николай Петрович, де бүгүн келен бияка кепсе абиккер, тох бар бу сагысыгынак. Бүгүн барды кепсе абиккер. Мактанабын. Перинестер үлегер ситегилер барабын. Көрсөк кадери. Көрсөк кадери. Мактан. Күндүк өлөчүлөр бит билинге кылгас реклама кеннеттен кепсе тиек бит. Рос реестрден бияка ылжыттар бар болуктары. Канда даратыбын. Күндү көрөчүлөр бит биги бу берибит төмүктүр төмөгөр кепсетиях бит. Ты хайстыбатыгар аналлах сир участоктарыгар олорор жени туттуу тугунан. Ото биги ылжыттар бут нучалы тылынан саңараллар, онун эме бүгүн биги бу үс төмөк бит нучалы болууга. Би бу эфирге үлели бит, биги бу эппит тема бар ыйытылардак боллакытына суруюн ватсапка агыс 914-279-62-62 ыйытыгытын нучалы суруйу котун сөп. Добрый день. Буквально вот завтра вступит в силу долгожданный закон, подписанный президентом страны, о внесении изменений в 77-ю статью Земельного кодекса и другие законодательные акты Российской Федерации, разрешающие фермерам строительство жилых домов на землях сельхозназначения. Фермерское сообщество ждало вот принятия этого закона немало 10 лет. Сегодня мы поговорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Елена Вылкова, начальник отдела государственной регистрации недвижимости, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Саха-Якутия, и Владимир Копырин, начальник Северного межмуниципального отдела управления Росреестра по Республике Саха-Якутия. Добрый день еще раз, Елена, Владимир. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы говорим об законе, который вот вступает в силу буквально вот завтра, да, как да, я сказала, о строительстве жилых домов на землях сельхозназначения фермерскими и крестьянскими хозяйствами. Елена, расскажите, пожалуйста, вот про этот закон, который вот устанавливает право фермерским хозяйствам на строительство жилого дома. С 1 марта. То есть с завтрашнего дня 2022 года вступает в силу 299 федеральный закон. Он вносит изменения в статью 77 Земельного кодекса и иные отдельные законодательные акты Российской Федерации. Новый закон разрешает строительство, эксплуатацию, реконструкцию жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения, в составе также их сельскохозяйственные угодья, крестьянско-фермерским хозяйствам для осуществления им своей деятельности. Елена, вот мы все знаем, да, ну и слышали про фермерские, крестьянские хозяйства, но разъясните, пожалуйста, вот для наших зрителей, что вкладывает закон в понятие и кем могут быть созданы крестьянские фермерские хозяйства? Значит, во-первых, необходимо сказать о том, что принятый новый федеральный закон имеет особую социальную значимость. Да? Он призван устранить административные барьеры, которые существуют для наших фермеров, для того, чтобы они могли свободно осуществлять свою деятельность, да? Именно сельское хозяйство создает условия для функционирования и развития сельскохозяйственной отрасли. Да? То есть тем самым фермер за пределами черты населенных пунктов может строить жилой дом для себя и своей семьи. Это очень важно, да? По поводу крестьянско-фермерских хозяйств, именно основным условием в федеральном законе указано о том, что владелец должен осуществлять, заниматься фермерством в выбранных им формах. То есть это может быть как без образования юридического лица, так и как юридическое лицо. Если мы говорим о том, что без образования юридического лица, тогда глава крестьянско-фермерского хозяйства у нас регистрируется как индивидуальный предприниматель. При этом само
само крестьянско-фермерское хозяйство по соглашению становится юридическим корпоративным юридическим лицом. Закон допускает в том числе возведение крестьянско-фермерского хозяйства даже одним человеком, что может быть очень удобно, когда нет большой семьи, да, как говорится. В этом случае по соглашению между членами крестьянско-фермерского хозяйства, это если индивидуальный предприниматель регистрируется, да, то по соглашению именно члены его могут в этом соглашении изложить полномочия главы, их ответственность, допустим, да, порядок формирования и распределения имущества крестьянско-фермерского хозяйства. Если мы говорим о регистрации крестьянско-фермерского хозяйства как юридического лица, то это добровольное объединение граждан, ведущих общую производственную иную хозяйственную деятельность в отрасли, такой отрасли, как сельское хозяйство, да, на основании членов и на основании членства имущественных членов взносов, да, членских взносов. Законом допускается, что крестьянско-фермерское хозяйство может быть создано дееспособным гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства. Членами крестьянско-фермерского хозяйства могут быть состоящие в родстве с главой крестьянско-фермерского хозяйства, это его родители, супруги, братья, дети, братья, сестры. В том числе могут быть туда включены дети, которые достигли 16-летнего возраста. Даже, да? В том числе законы подразумевают, что может и не состоять в родстве, то есть есть какая-то одна единая цель, да, у определенных людей, и они заключают соглашение о создании крестьянско-фермерского хозяйства. В этом случае количество человек не должно составлять более 5 человек. Ну, крестьянско-фермерское хозяйство само. Ну вот, Елена, допустим, да, я захочу вот создать крестьянское фермерское хозяйство. И как я могу получить вот этот заветный участок? Очень было бы хорошо, да, если бы... Я думаю, наши слушатели после этой программы тоже зададутся таким вопросом и воспользуются возможностями 299-го федерального закона. Нам бы этого очень хотелось, конечно. Вообще, предоставление земельных участков, оно законом связывает именно с решением государственных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления. То есть должно быть принято решение. Тут существует два способа. Если у вас, допустим, имеется уже на примете какой-то участок, да, вы обращаетесь через многофункциональный центр или непосредственно в этот орган, обращаетесь с заявлением установленной формы, прикладываете соглашение, да, о создании крестьянско-фермерского хозяйства и запрашиваете определенный участок. Орган, в свою очередь, в установленное время проверяет этот участок, то есть может ли он быть предоставлен в собственность или в аренду, да, нет ли там каких-либо ограничений на этом земельном участке, и уже потом выдает вам схему, схема этого земельного участка на публичной кадастровой карте расположения, да. После этого вы за свой счет подготавливаете межевой план, то есть обращаетесь к кадастровому инженеру. Затем обращаетесь уже к нам в Росреестр, где мы осуществляем государственный кадастровый учет этого участка. После чего вы, значит, предоставляете выписку в орган местного самоуправления или в орган госвласти, в ведении которого находится этот земельный участок. И уже вам решением этого органа предоставляется такой участок. Однако следует сказать о том, что земельные участки из сельскохозяйственного назначения, они предоставляются на торгах. То есть орган государственной власти или местного самоуправления публикует сведения о таком земельном участке, имеющиеся, да, и в случае, если вы в течение месяца только ваша одна заявка, да, на этот участок будет единственная, то орган государственной власти с вами заключит договор аренды соответствующий, да. В случае, если же появятся еще желающие, то тогда будут проведены, соответственно, торги. Ну, и выигравший, да, и выигравший уже, предложивший наибольшую цену, уже с ним будет заключен соответствующий договор аренды. Елена, а вот какие могут быть запреты на строительство домов хозяйствами? Запреты могут быть следующие. То есть в законе четко указано, что должен располагаться на сельхозземлях только один дом.
Да? Mm-hmm. Это также является запретом, что не подлежит разделу участок, на котором расположен данный дом, чтобы его площадь не уменьшилась, не должна уменьшаться площадь исходного участка. Эти запреты, они связаны с тем, что не допускается массовая застройка именно. Да? Если мы говорим, что сельскохозяйственная земля, это не значит, что вот там надо именно массово строить. Да? Это вот именно для фермеров, точечно, да? Именно для них. В том числе существует в законе такая ремарка, поправка о том, что региональные органы власти, они могут в законе дополнить его, да, и указать соответствующие территории, на которых не будет разрешено строительство указанных жилых домов. У нас это могут быть наиболее ценные угодья, да, наиболее какие-то ценноплодородные угодья, которые больше урожая приносят, да, и строительство дома может нанести им существенный ущерб. Этого государства не может допустить, поэтому соответствующий запрет имеется. На таких участках может тогда запретить строительство? Совершенно дома, да? Верно, да. Государство бережет такие угодья, и, соответственно, региональные органы власти могут наложить запрет на строительство. Ильина, какие вот существуют регламенты застройки земельного участка и, ну, строительства фермерского дома? Регламенты застройки участка существуют следующие. Во-первых, как я уже говорила, это строительство только одного жилого дома площадью не более 500 квадратных метров, количеством этажей не более 3. Площадь застройки самого дома не может превышать 0,25 от общей площади земельного участка. Регламенты тут предъявляются и к самому жилому дому, то есть он должен соответствовать и параметрам индивидуального жилищного строительства, который указан в градостроительном кодексе. То есть он должен соответствовать всем санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и так далее. То есть это все должно быть соблюдено застройщиком. Кроме того, в отношении земельного участка такой регламент установлен к виду разрешенного использования, то есть это должна быть определенный вид разрешенного использования для сельхозземель, да? И в том числе, если имеется на этом земельном участке зоны с особыми условиями использования, это, конечно, все должно быть соблюдено, да? То есть мы знаем, что у нас в городе Якутске есть такие зоны, как подтопление, затопление, то есть мы хотим, чтобы предупредить о том, чтобы при застройке этого участка граждане обращались в органы местного самоуправления для того, чтобы узнать, да, если в черте города Якутска находится, узнать, что какие правила землепользования и застройки для соответствующего участка, да, чтобы избежать того, чтобы данный дом был признан самовольной постройкой и был возведен в соответствии со всеми нормами, регламентами и существующими правилами. А вот как человек может узнать вот, ну, предназначение участка, назначение? Выписки из ИГРН, да, получается? Выписки из ИГРН, да. У нас еще кадастровая карта есть, публичная кадастровая карта. Публичная кадастровая карта, можно посмотреть, разрешенное использование. Ну, соответственно, если его можно поменять, то есть после получения, да, то есть заявитель может обратиться в органы местного самоуправления, да, и выбрать, ну, то есть соответствующий вид разрешенного использования, который там предполагается, может быть, на этой территории. Ему необходимо подать заявление, и орган местного самоуправления уже в течение месяца должен, ну, принять решение, возможно ли такой вид разрешенного использования, да, там, для сельскохозяйственного назначения. И уже в порядке межведомственного взаимодействия уже направляет к нам соответствующие документы, и мы уже вносим сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Владимир, вот мы определились, да, с параметрами застройки и с запретами, которые могут быть наложены, да, на строительство дома. Давайте определимся тогда вообще, что нужно, необходимо для того, чтобы вот, соответственно, начать. Да, земельный участок должен соответствовать разрешенному использованию, да, вот именно сельскохозяйственного назначения. Должен, да. И после строительства дома необходимо подготовить соответствующий технический план. Технический план, он должен содержать сведения, то есть дом должен быть, не должен быть построен ранее 2022 года, получается. То есть вот, да.
для подготовки технического плана им необходимо при наличии, то есть это проектная документация, если ее нет, то по декларации составляется технический план и уже подается заявление на регистрацию права. То есть необходим только технический план. В случае, если земля, как правило, она уже зарегистрирована за этим гражданином, если нет, то необходимо еще и правоустанавливающие документы на землю. Угу. Ну, в принципе, из таких документов. Вот. Угу. Вот нам поступают вопросы от наших зрителей. Да? Могут ли разрешить строительство жилого дома без сельхозназначения? Не в целях фермерства? И разрешат ли газификацию в такие дома? Ну, это уже, наверное, идет про обычные индивидуальные жилые дома, да? Угу. Которые в территории населенного пункта. Угу. Разрешение у нас как бы сейчас... Продлена дачная амнистия до 1 марта 2026 года. Да? Там нет необходимости получения разрешения на строительство жилого дома. То есть нет необходимости направлять уведомления о начале строительства. Там. Главное, чтобы разрешенное использование было под индивидуальное жилищное строительство. Mm-hmm. Ну, под строительство дома, да. На этой территории. И вот если в городе Якутске брать, то эта зона соответствующая должна быть mm-hmm. определена. Mm-hmm. Да. Ага, без оформления земли в собственность могу ли я построить домик на Аласе моих предков? Смогу съездить туда один раз, два, три года на несколько дней для весенней охоты, отдыха и чтобы показать внукам? Ну, как вот тут в законе указано, да, данные земельные участки, то есть строительство, исключительно для ведения фермерского хозяйства, то есть mm-hmm. крестьянско-фермерского. Ага, значит, это вот фермерская деятельность должна вестись непрерывно. Да, не всеми, может, да, именно в целях фермерского хозяйства. Mm-hmm. Это главное условие в законе, которое указано. Ага, все виды фермерского хозяйства, да, которые разрешены там. Да. Разведение, да, оленеводство, растениеводство, пчеловодство. У нас их очень много, достаточно в классификаторе, да, утвержденном видов разрешенного использования. На всех данных видах разрешено строительство. На всех. Хорошо. И состава вот именно земель сельхозназначения. Да, сельхозназначения. Ага. Ну, главная цель это для семьи фермеров, наверное, да, чтобы им было удобно, чтобы им было где жить, да, для ведения своей деятельности, да, хозяйственной. Да, совершенно верно. Ага. У нас в 2021 году родился третий ребенок. По закону на третьего ребенка дается участок. Где дают участок по прописке и в каком размере? Ну, это немного не по теме, конечно, да, но может кто-нибудь ответит. Заявление можно обратиться через функциональный центр, опять-таки, или непосредственно в орган государственной власти. Это у нас агентство земельных отношений занимается в городе Якутске, да. Поэтому непосредственно к ним можно обратиться с заявлением, за консультацией. Я думаю, в 2 ГИС у нас все эти телефоны есть, консультирование граждан. В принципе, мы с ними тоже поддерживаем связь постоянно, да, с органами местного самоуправления. Мы очень тесно работаем. Все, как говорится, для нашего заявителя, для нашего клиента. Поэтому в случае, если будут возникать какие-то дополнительные вопросы, Росреестр всегда готов проконсультировать. Даже если это не в наших полномочиях, не в нашем ведомстве, мы все равно заявителя всегда направим по подведомственности в определенный орган местного самоуправления или орган госвласти. А ваше ведомство можно записаться онлайн, да, на прием? Или... Мы ведем консультирование каждый день с 2 до 4. Ну, в связи с эпидобстановкой последними, да, у нас по телефону ведется консультирование. Можете сразу сказать телефон? Да, кстати, пожалуйста, 8-924-867-7608. Мы всегда рады наших клиентов проконсультировать по всем вопросам, которые они хотят нам задать, в том числе и по подведомственности. Да? Если к нам не относятся, то мы, как я уже говорила, направите в нужное русло. Да, Хорошо, давайте вернемся к нашим вопросам от зрителей. Если участок в аренде у физического лица на землях населенных пунктов под огородничество, можно ли построить на этом участке жилой дом? Такой вид разрешенного использования не предполагает возведение садоводство-огородничество. Именно огородничество. Да, именно огородничество, он не предполагает возведение объекта капитального строительства, да, у нас по правилам землепользования и застройки, да, городского округа Якутск. Потому что установлены правила, где можно строить дома в населенных пунктах. Да. Возможно, мы бы порекомендовали обратиться
если, может быть, уже зона изменена, да, территориальная зона, в органы местного самоуправления, возможно ли смена вида разрешенного использования? Вот такая рекомендация. Под ИЖС, наверное, да, да, скорее всего? Либо под садоводство. Садоводство тоже подразумевает у нас строительство. Дачный дом можно. Да, жилого дома. Добрый день, могу ли я оформить участок ЛПХ в собственность по истечении 5 лет? Личное подсобное хозяйство, наверное, расшифровывается, да? Личное подсобное хозяйство? Ну, при наличии там определенных условий, в случае наличия, то есть, например, строение зарегистрировано в собственности, то вправе выкупить данный земельный участок, приватизировать при соблюдении, да. Сельскохозяйственные угодья, земли. Как узнать, в чьей собственности, районной, поселковой или федеральной собственности? Вот хороший вопрос, кстати. Как узнать, в какой собственности? Это муниципальная, городская или федеральная? По подведомственности территории. Ну, в первую очередь, наверное, надо на публичной кадастровой карте для начала посмотреть, да, где расположен территориально, да, а потом обратиться с запросом в органы местного самоуправления. Если даже они скажут, что это, ну, не в их подведомственности, в любом случае они вашу заявку перенаправят. Это районная администрация. Да. Скорее всего, они уполномочены распоряжаться земельными участками на территории района. На своей территории, да. Хорошо. Наши телезрители просят повторить телефон, номер телефона. С удовольствием, с удовольствием. 8-924-867-7608. Спасибо. Пенсионеры в возрасте 55 лет могут ли создавать крестьянские фермерские хозяйства? Или есть ограничения в возрасте? Нет. Законом не установлено ограничение. Не установлено. В том числе и для главы крестьянско-фермерского хозяйства таких ограничений нет. Поэтому... Для членов, вот Елена говорила, от 16 лет. От 16, да. Но законом не ограничивается предельный срок. Предельный, да. Хорошо. Могу ли я на сельхозпастбищах 8 соток, Покровский тракт, 14 километр, с охранными зонами ФСБ построить жилой дом? Вот зоны военного городка, так называемого, да, у нас они, к сожалению, существует определенный запрет на строительство таких домов. В этом случае, конечно, заявитель может к нам обратиться, клиент может к нам обратиться, да, со всеми имеющимися документами. В случае, если последует приостановка и последующий отказ, приостановление государственной регистрации в соответствии с законом может быть обжаловано в установленном законом порядке. Поэтому тут как бы пределы правовой экспертизы, да, мы говорим о правовой экспертизе уже, для того, чтобы знать, в какой зоне, насколько далеко, насколько близко он расположен к зонам военного городка, это уже непосредственно нам необходимо в сведения Единого государственного реестра, да, заглянуть, и уже там мы сможем более четко ответить на этот вопрос. Поэтому мы бы нашему слушателю порекомендовали бы обратиться к нам за консультацией, где мы бы могли ему наиболее полную консультацию оказать. Посмотреть, да, и посмотреть сведения Единого государственного реестра. Что, какие ограничения имеются. Все, спасибо. Мы живем в Сатале. Земля предназначена для сельхозугодия, не фермеры. Земля в собственности, дом построили, не можем зарегистрировать дом. Как в этом случае поступить? Это я перевожу, потому что тут написали на якутском. Сельскохозяйственные угодья, да. Не могут зарегистрировать дом. Ну, к сожалению, вот под 299 закон, вот данная категория дел, она не подпадает, да, именно не под фермерство. А сельскохозяйственные угодья там действительно существуют в иных случаях, да, когда просто у человека находится в собственности земельный участок, там существуют ограничения, да, в строительстве жилого дома. Поэтому необходимо поменять
категорию. Да, да, и категорию. Обратиться в органы местного самоуправления, может быть, назначить публичные слушания для изменения зоны, да, поучаствовать в этих слушаниях, проявить гражданскую инициативу, так сказать, и, возможно, ситуация изменится в этом случае. И вот, по-моему, тоже вот как раз по этой теме, когда снимут с федерального резерва земли солнца, то вот как раз вы ответили, да? Сатали, там есть определенные проблемы. Да, есть определенные проблемы, но это вот непосредственно самим собственникам земельных участков надо с гражданской инициативой выступить. Вот, возможно, публичные слушания, да, помогут в этом вопросе о изменении категории именно земельных участков. Можно ли на территории охотничьих угодий построить дом? И какие документы нужны, где брать разрешение? Охотничьи угодья. Охотничьи угодья... Нет, не предполагается строительство, да, жилого дома, именно жилого дома, да, то есть не иного объекта недвижимого имущества. К сожалению, законом не предполагается строительство. Давайте еще на еще один вопрос ответим. У нас фермерское хозяйство 91-го года, у нас семья большая, все занимаемся фермерским хозяйством. У нас построен хатон и дом. Хотим построить еще дома. И хатон на 100 голов. Разрешается ли это? Ну, производственные объекты необходимо получение именно разрешения на строительство. Да? А, ну, как уже сказано, уже вот в этом законе то, есть ограничения по строительству домов. То есть, да? То есть один дом может быть расположен. Много домов не предполагает строительство. Это уже массовая застройка, да, получается, сельхозземель. О чем один, вот я и говорю? Один дом 500 квадратных, не более 500 квадратных метров, не больше 3 этажей. И должен, не должен превышать там скольки-то процентов? Ну, целых 25% да, общей площади участка застройки. Поэтому есть определенные ограничения. И вот как вы сказали ранее, что дома должны быть построены в этом году, да, которые ранее, даже в прошлом году они построены, да, их легализовать не Они подпадают под действие 74-го федерального закона о крестьянско-фермерском хозяйстве, то есть статус, правовой статус их сохраняется, они являются, входят в состав имущества, входят в состав хозяйства самого, да, а уже новые дома, они будут как собственность имущества самого крестьянско-фермерского хозяйства. Это некий другой статус, да. Хорошо. Елена Владимир, спасибо сегодня за участие в нашей передаче, за ваши подробные профессиональные ответы. Эта тема, вот, ну, закон, он и правду долгожданный, и поступило очень-очень много вопросов. Спасибо вам еще раз за участие, дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо большое. Күнді көрәйтшілер бі тұтын бүгінгі әйгеттен олыс әлбәқ тұғалағы білбікіп болу ден әріне бейт. Оның анығысқы әйгені әмек көтітімәрін эфирге көрсі өққа дейірі.